просто представьте себе бомбящую бабу, которая пишет парню плюс 100 сообщений в час. Он не читает и ложится спать. А потом на утро: «Дорогая, а что случилось? Я спал». Уже ничего, дебил. Я видел, ты с каким-то мужиком в подъезде разговаривала. Дорогой, это был бомж. Что у тебя общего с бомжом? Ничего, я ему вещи старые отдавала. Ага, знаем мы, все вы такие бабы. Тут моя мама скоро приедет, ты не против? Не, не против. На месяца два. Дорогой, я взяла ипотеку, купила путевку в Турцию. Кстати, у тебя завтра собеседование по работе. И да, ты будешь кушать пельмени с кетчупом или с майонезом? Ну, не знаю. Понятно, с майонезом. Что от тебя духами-то женскими прет, а? Скотина, где ты шлялся? Это я тебе подарок выбирала. А помада? Помаду тоже. Понятно. Блин, ты у меня такой хороший. Что за фильм смотришь? Ой, такой хороший фильм, «Прости за любовь» называется. Прям вообще класс. А, так это где Ленка залетит от Васи, а потом она уйдет от него, и они поженятся, да? И не, оставь, я не боюсь еще. Точно. Есть. Полное дерьмо фильм снят. Я читала книгу, там намного лучше. Запьешь уже, а? Что делаешь? Ой, я историю хочу снять. А, ребят, вы положите, пожалуйста, ноги сюда, да, сейчас мы фильм смотрим. Да я вообще добираюсь. Где у тебя тут шкаф? Да я хочу на наличие на армии проверить. Привет, Вер, прилетишь меня и моих пацанов? Ну давай. Спасибо, братуха! Пацаны, заходите! Чего тебя срать, что ты такой? Тебя в тапки дала, ну ты вообще не меняешься. Ох, как же тут прикольно у тебя! Есть что пожрать? Какая прикольная штука, можно потрогать? Да, конечно. Упс. Ты что, кушать будешь? Да не, я не хочу. Но все-таки покушаешь. Если только чуть-чуть. Так, она уходит. Дашь погонять? Накрасишь меня всеми сразу. Сколько у тебя всего было парней? Так, кто у нас не первый, тот у нас... Ну, два, да. Ты хочешь там мужа, семью, детей? Ой, да брось, какие семья, какие дети? Ни одной неплохо. А это точно не больно? Нет, не больно. Это очень поверхностная процедура. Это микроблейзинг бровей. О, прикольно. У тебя свои брови? Конечно, свои. Ты, кстати, пьешь? Нет, ты чего? Жаль, а я так долго вино выбирала. Что за винишко? Все пацаны. Вот у меня 3,5. Белочки, четкие ореха. Не нужны ей ни деньги, ни слава. Он тебе не подходит, он же мудак стрёмный. Серьезно? Да отвечаю. Лиз, прикинь, мы теперь с Вадиком встречаемся. Ты же говорила, что он мудак стрёмный. Ну так тебе он не подходил, не подходит. Да я не слежу за ним в соцсетях, нахер это нужно? Кейс, мне не нужны отношения. Милая моя, скорее всего, ты ему нахер не нужна, и это скрытый отказ. Нет, ты вовсе не толстая, и платье тебе очень идет. Эй! У меня для тебя плохие новости, ты жирная, и платье отстой. Быстрее, мы можем опоздать. Я так спешу, потому что там мои друзья, и, возможно, Светка с этого подъезда. Да передохни, дорогая, ты очень устала. Значит так, когда я смотрю футбол, не вздумай даже делать свою уборку. В крайнем случае, засунь себе в жопу свой сраный пылесос. О боже, вызови скорую, походу я умираю. Ой, все. Я тут на кухне ножом палец порезал. Да не заблудимся, я точно знаю, где мы находимся. Плохие новости для нас. Нас больше никто не увидит в живых. Че надо? Да я это хотел, посмотри. Это такой прикол, это мега прикол вообще был. Ой, сори. Блин, я сегодня так классно выгляжу, нужно заселфиться. Неужели все так плохо? Эх, я такая молодец, убралась сегодня. Обязательно сейчас нужно было тут проходить. Блин, ну сори, я сейчас тут быстро. Ай, блин, как мокро. Сука, ненавижу, тупая тварь. Я не держусь руками за тобой, как за облаками.
дорогая, я хочу кушать. Я занята, не видишь? Закинь себе сам дошек, и мне заодно. Сделай доброе дело. Ладно, какой марки? Durex. Машина какой марки? У меня нет машины. Серьезно? Пока, Вася. Нет, ну ты понимаешь, он слишком хороший, он подойдет на роль моего друга. А вот Вася, он мудак, я бы за него замуж вышла. Как тебе идея погулять вместе и покушать сладкую вату? Окей, все это хорошо, так потом меня на джипсе подкинешь. Милая, что ты хочешь пить? Может быть, вино? По-братски, водяра есть, желательно сразу бутылку. Вот я не понимаю, почему парни такие вот? Они хотят только одного. Секса. Вот я девушка, я хочу любви. Ну и какой у тебя музыкальный вкус? Я слушаю. Ну, впрочем, давай лучше тебе дам послушать. Тише. Это что-то больше, чем вся наркота. Я пометил выше звезд и неба. Интересно, чья это сумка? Блин, а вдруг не бомба? Господи, мы все умрем, надо бежать. Снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет, кто не танцует, плохо, тот не рискует. Будут мне завидовать, сохраняя видео, то, что я... Блин, как офигенно, сфоткаешь меня с ней? Себе, знаками, мы общаемся с знаками. Я вырос на окраине, рабочий городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый золотой. Парнишка весь простой. Ну, Надюх, ну что это такое? Губы. Это полная херня, а не губы. Сейчас в моде большие и пухлые губы. Губы, у нас крутые машины. Ну, как тебе? И мы не ходим. Шиндина! Надо. Все намного проще, чем... Это никуда не годится, у меня жирное лицо. Так, сделай себе контуринг. Прикольно, а как это? Вот так. Ну, прикольно, спасибо. Доча? Да, мам. А ты знаешь, что брови можно еще и красить? Мам, я в школу. Красивым взглядом сводишь с ума, вай-вай. Дай присесть. Ален, как удалить мешки под глазами? Бухать меньше надо. Да куда вот уже в самом деле? Какой бухать? Так, подводим контур глаз. Ну чё, ты краситься-то будешь? Да мне не надо, у меня ресницы нарощенные. Красивым взглядом. Можно порцию грибочков, одну порцию свинины и две порции хинкали. О, ты такая заботливая, заказываешь мне хинкали. Вообще-то это все мне. Ты зачем сейчас посмотрел на другую бабу? Спасибо. Ты зачем сейчас с ней заигрывал, козел? Я знала, все мужики такие. Чё, опоздала? Да я от погони уходила, сейчас мусора приедут. Держи товар быстрее, я прячусь. Ну как ты к детям относишься? Ну положительно. Ну раз так. Алло, Сережа, передай своей сестре. Мы нашли нового папу для вас. Тут интернет у тебя вообще есть, я не понимаю. Нет. А, да пойду, господи. Ну что, ты какой пивас предпочитаешь, а? Я пью, не пью. И ты после этого называешь себя мужиком? Где-то я вас уже видел. Ну где? Правда? Это возможно. Я отлично могу поладить с детьми, готовлю, стираю, убираю, полы мою. Возьмешь меня замуж? Как же все надоело. Так-так, никого дома, что ли, нет? Кайф. Ох, кайф. Наконец-то я тебя с кайфом выдавила. Все твои подруги, суки, часто ездят за границу, чтобы фоточки... Кайф. Запыленные свои рожи, похудевшие хуи, горящие.